So let's end our digressions. Let's return to our question about true and false state. So I agree is always additional things. So here is x divisible by 2, x divisible by 4, x divisible by 8, and x divisible by 16. And we know that 3 of them are true and 1 is false. Значит, допустим, один школьник сказал, что вот это число там на доске было написано какое-то число. Первый школьник сказал, что оно делится на 2. Второй сказал, что оно делится на 4. Третий сказал, что оно делится на 8. Четвертый сказал, что оно делится на 16. И оказывается, что 3 школьника сказали правду, а один соврал. Вопрос в том, какие сказали правду, а какой соврал. Понятно? Значит, x делится на 2, это сейчас одно вот из этих чисел. X делится на 4, это одно из этих. X делится на 8, это значит, на 0, 8, 16. А x делится на 16, это либо 0, 16, там, минус 16. И вот, значит, про некоторое число x, которое там 4 школьника смотрят на доску и видят число. И они говорят вот эти слова. Первое говорит, что на 2 делится, второе, что на 4, третье, на 8, четвертое, что на 16. А потом пришел кто-то и сказал, что трое из вас правы, а один не прав. Спрашивается, кто же этот самый был правый? Да. Ну, мне кажется, что четвертый не прав. So this is the false one. Yes. This is false. And all this after true. Okay, this is indeed the correct answer, but you need to explain why it's the only possibility. Because мы, как бы, самое удивительное, что мы не знаем, какое число на доске. Поэтому мы, как бы, вот почему-то мы тем не менее уверены, что вот именно это неправильно, а эти неправильно. И вопрос в том, почему же мы так уверены. Ну, когда все 4 правильные, это число 32. Ну, или 64, или 16. Нет, 16 тоже может быть, кстати. А, ну да. Нет, вполне могли бы быть все 4 правильные. Но это мы знаем, что не так. Мы знаем, что только 3 правильных. Но почему именно вот эти 3 правильные, а не какие-то другие? Как это объяснить? Ну, какое, например, число могло быть на доске? Например, 8. Если написано 8, то смотрите, 8 делится на 8, на 4 и на 2, на 16 не делится. То есть вот, но мало ли, может быть, какие-то другие случаи, когда какие-то другие правильные, или это единственное возможность? Ну чего, можете сказать? Если число делится на 16, if the number x is divisible by 16, то оно делится и на 8, и на 4. Then it's guaranteed that it is divisible by 8, 4 and 2. Мы видим, что любое число, которое делится на 16, тем более делится на 8. Ну, просто частное будет вдвое больше, а остаток. Тем более делится на 4, тем более делится на 2. Если оно будет делиться на 8, оно совершенно не обязательно будет делиться и на 16. But the reverse statement is not true. It's possible that the number is divisible by 8, but not divisible by 16. И поэтому, если одно утверждение неверно, то это последнее. If only one statement is false, it's the last statement. So, because if this is just, if it's, let me repeat, if it's true, then all others are true. Поэтому случай, когда последнее верно, не годится. А раз мы знаем, что одно неверное, значит, последнее неверное. Мы знаем, что только одно неверное. Все остальные верны. И действительно, например, родится число 8. And can you give another example of x, for which only the last statement is true? Кроме 8, вы знаете? Какое будет следующее число, которое делится на 8, но не делится на 16, на 8, на 4, на 2, но не делится на 16? А минус 8? А еще какие, кроме 8 и минус 8? 24 и минус 2. 24. 24 на 8 делится, получается, 3. А значит, на 16 не делится, то получается полтора. Но один и 8 остатки. А следующее какое? Минус 24. Минус.
минус 24, а следующая какая? 40. 40 и минус 40, 56, минус 36, да. То есть можно сделать какой-то общий вид этих чисел. Что можно сказать про x? Вот если знаем, что 3 вверх, а 1 не вверх. x? X делится на 8, x делится на 16 с остатком 8. X делится на 16, so there are just a full description, полное описание for all the numbers. Make this 3 true and this false. X is 16k plus 8. X дает определение на 16, остаток 8. As the remainder. Еще иногда пишут так, ну, x, дальше пишут, вот, не равенство, а 3 штучки, 8, ну, нет. В данном случае это не имеет значения, это означает, что, ну, читается это так, x сравнимо с 8 по модулю 16, ну, вот почему-то так пишут. 1801 год. Гаусс вел это обозначение. Is equal to 8, модуль 16. По-русски говорят, x равнимо с 8, а модуль 16.